Eins, zwei, drei, vier. Привет всем! Сегодня речь пойдет о виниловых пластинках и какие они бывают. Вот это как бы дополнение к ролику Валерона. Вот он уже там рассказывал, какие пластинки бывают, но я хочу немножко дополнить. Но, во-первых, это размер пластинок. Пластинки бывают 7-дюймовые, 10-дюймовые и 12-дюймовые. Вот 7-дюймовые это обычно или синглы. Вот, нет, да, даже скорее всего бывает это синглы. Вот. 10-дюймовые, честно говоря, я знаю только советские. У нас в Советском Союзе на 10-дюймовых пластинках в основном выходили детские программы, там всякие там концерты и там прочие сказки и прочее. Вот, из 10-дюймовых у меня есть только одна пластинка, это Иосиф Кобзон. Кстати, здесь на самом деле всего две песни. Вот, и записана она 78 оборотов в минуту. Так, где-то лежала, вот, но выкинуть жалко. Вот, 12-дюймовые могут быть разные. 12-дюймовые тоже бывают синглы. Вот. Обычно синглы это ну, там две или три песни таких самых хитовых, которые ну, раскручивают полный альбом. Вот. Но они обычно выходят на 45 оборотах в минуту. Вот. Есть такие. Иногда синглы могут выглядеть, ну, вроде бы как 12-дюймовые, но может выглядеть вот так, как вот эти арабески. Такая тоже очень интересный вариант с таким огромным пятаком. Вот, вроде бы как по размеру вроде как 12-дюймовка, но пятак просто огромный. Вот. Ну, иногда бывает вот такой вариант, когда пластинка непонятно, то ли это сингл, то ли полноценный альбом. Вот так было с первым альбомом группы Квинсрайх. Вот он выглядит вот так. На самом деле Квинсрайх тогда еще не был Квинсрайхом, она группа называлась по-другому, точно не помню как. Вот это просто была демо-версия, которую они принесли на лейбл. Всего было 4 песни. Вот. Но лейблу показалось это настолько удачным, вот, что они выпустили эту пластинку отдельно. Здесь всего 4 песни, но в отличие вот от обычных синглов, да, здесь 33 оборота в минуту. Что интересно, они еще треки, они практически по всему полю как-то растянуты, так интересно. Вот, что вроде бы как 33 оборота в минуту, а кажется, что треки большие. На самом деле, да, трудно сказать, сингл это или полный альбом. Вот, кстати, тогда же по одному из треков, которая называется Queens of Reich, так и назвали группу. Так что непонятно, что это первый альбом или это сингл. Вот. Но я считаю это полноценным альбомом. То есть все 4 песни то есть дали такого пинка интересного этой группе. Так, теперь об альбомах. Альбомы. Ну, в основном пластинки
12-дюймовые альбомы, они ограничены по времени, это 45 минут, ну 46 минут точнее. То есть, грубо говоря, 23 минуты на одну сторону. Если не хватает времени, вот обычно альбом выходит на двух пластинках. Вот, то есть, грубо говоря, там 4 стороны, вот A, B, C, D. Вот. Ну, бывает, выходят и на трех пластинках. Например, у меня было трехдисковое издание группы Clash Сандиниста. Ну, вот они такие. Такое интересное такое, какой-то был проект. Вот. Но не хватило им, чтобы весь материал разместить. Вот. Они выходили на трех пластинках. Вот. Бывает еще тоже интересный вариант. Вот, допустим, есть у меня издание группы Тиамат. Вот. Она вышла на двух пластинках. Вот. Но, что интересно, она все трехсторонняя. Пластинку, если перевернуть, то эта сторона, она пустая. Вот. Здесь только этот, вот это вот бяк, этот муравей, такой выдавленный муравей. Так что пластинки бывают и такие. Итак, далее. Далее есть пластинки тестовые. Вот. То бишь, это пластинки специально для настройки нашего тракта, аудио нашего проигрывателя, чтобы он работал правильно. Там всякие такие звуки используются там и прочее, там ерундистика, ну, для того, чтобы правильно настроить, во-первых, проигрыватель, а потом и всю систему. Вот, там специальные есть штуки, я не буду рассказывать, в принципе, они вещи известные. Вот, у меня тестовая пластинка 77 года от компании Denon. Вот есть вот такая вот. Это когда уже, в принципе, здесь уже используется, здесь на 45 оборотов, и здесь по системе PSM. Но это разработка Деноновская. И кроме этого, у меня есть еще тестовая пластинка фирмы Мелодия. Вот, потому что многие даже не знают, что Мелодия выпускала тестовую пластинку. Ну, в общем, тоже, в принципе, хорошая вещь. Там тоже для элементарной настройки. Большой плюс этой пластинки то, что она на русском языке. Потому что тестовые пластинки современные, они на английском языке. Вот. И что еще сложнее, скажем, тестовая японская пластинка, она на японском языке. И мало ли, что там они говорят. Вот. Но, как бы то ни было, да, Деноновскую пластинку я использую частенько. Вот, очень хорошие там, ну, специальные там эти генераторы частоты, там, чтобы проверить полярность, ну и сам звук записанный. Вот. Вещь, я скажу, не очень необходимая, да, но вещь очень полезная. Вот, если, когда занимаешься винилом, эта вещь очень полезная. Так, следующая категория. Категория пластинки бывает не только с записью музыкальных произведений, вот, но и также пластинки речевые. Ну, в Советском Союзе было огромное количество речевых пластинок, записи там разных партийных съездов, там записью этих самых речей такого дорогого уважаемого Леонида Ильича. Были аудиокниги, то есть, естественно, есть аудиокниги. Вот, например, у меня очень интересное есть издание речевое, да, это фирмы Мелодия. Даниил Хармс, его короткие рассказы. Вот, и читают Зиновий Герд и Сергей Юрский. Ну, классная вещь. Вот, я люблю Хармса, но а так как читают эти актеры, это классно. Вот, значит, кроме этого бывает даже такой вариант, как запись звуков природы. Вот есть у меня такая пластинка интересная. Здесь нет ни музыки, нет никаких речевых вещей. Здесь просто записан шум прибоя. Вот эта пластинка. То есть просто ставишь пластинку и слушаешь шум прибоя, записанный на Гавайях.
Вот. Вот такой вариант интересный. Так, следующая категория виниловых пластинок. Это категория пластинки для диджеев. В общем-то, они выпускались в основном с середины 90-х годов и, ну, выпускаются до сих пор. Хотя сейчас, конечно, диджеи уже больше пользуются цифровыми источниками. Вот. А плотно в 90-е и в нулевые использовались вертушки именно виниловые. Это такая интересная категория, наверное, которая, ну, не дала умереть винилу. Вот. И диджейские пластинки в это время выходило их очень много. Вот. Ну, у меня есть несколько экземпляров, скажу, классные варианты тоже. В принципе, у меня есть что послушать. Так, далее. Следующая категория это, во-первых, мюзиклы. Вот, они тоже издавались на пластинках. Скажем, ну, там, Эндрю Ллойд Вебер, там, допустим, «Кошки», вот он выходил на пластинке. Самый известный советский мюзикл, который выходил на фирме «Мелодия», это, наверное, был «Звезда и смерть» Хоакина Мурьетты. Ну, такой, вполне себе такой очень интересный, такой очень интересное издание. А, кстати, нет еще. И кроме него еще Юнона и Авось. Наверное, это самых два ярких таких представителя мюзикла у нас в Советском Союзе. Вот. Следующая категория. Следующая категория – это саундтреки. Саундтреки, в принципе, я люблю этот фильм. Вот. Саундтрек здесь не фонтан. Вот, ну, взял только из-за картинки, потому что просто люблю этот фильм. Саундтрек, который я слушаю очень часто, вот это один и вообще из моих любимых фильмов, который называется «Подводная лодка» или просто «Лодка». Здесь музыка Карла Дулдингера. И весь альбом, в принципе, он передает дух всего фильма. Обожаю просто этот фильм. Вот, и считаю, наверное, один из самых удачных саундтреков вообще. Вот, я очень рад, что он у меня есть, и что он просто в отличном состоянии. Вот. Кроме этого, очень часто слушаю вот такой саундтрек. Вот. Это Тацу Ямашита. У нас его никто не знает вообще. Если кому-то сказать про Ямашиту, наверное, никто никогда не слышал. Вот. А в Японии это чрезвычайно популярный исполнитель был в 80-е годы. Ну, не знаю, популярность у него зашкаливает, наверное, как у нас, наверное, была популярность у Ласкового Мая. Вот. Пластинки его огромными тиражами вот, продаются сейчас. Скажем, самая известная пластинка, что-то называется, по-моему, For You. Вот, она постоянно выходит на аукционах. Вот, то есть постоянно она издавалась огромными тиражами. Но я так понимаю, что, наверное, ее покупают японцы. Вот, то есть она каждую неделю их продается, ну, штук по 10, наверное, по 15 пластинок еженедельно. Вот. И пластинки это всегда начинаются где-то от $100. Вот. Эта пластинка, чем она хороша, она на английском языке. Вот. Это саундтрек к фильму Big Wave. Фильм американский. Вот. Именно про серферов. По-моему, 84 года. Ну и Тацу была заказана вот этот вот саундтрек, что он и исполнил. Да. Скажу так, саунд здесь попсовый, электронный, но он потрясающий. Вот эта пластинка тоже нифига не дешевая и тоже продается всегда тоннами. Следующая категория пластинки четырехканальные. Вот это
В 70-е годы был чрезвычайно популярен формат квадро. Вот, он есть или в таком виде, вот, CD-FO, или еще бывает точно такой же, то есть там просто написано квадро. То есть, в принципе, принцип одинаковый. Вот. Но проблема в чем? Для этих пластинок, во-первых, нужна специальная игла для проигрывания. Ну, самая известная это Empire 4000 D. Вот. И, естественно, нужен квадроусилитель. Четырехканальный. Акустику можно подключать любую, но квадроусилитель и квадроголовка. Ну, у меня есть немножко в коллекции таких, ну, как-то случайно они попали, но в квадро я их не слушал. Еще одна очень интересная категория – караоке. Караоке было придумано в Японии, и название караоке – это название тоже японское. На самом деле у нас оно стало популярно только, наверное, в 90-е годы, с 90-х годов, ну и на Западе тоже. Вот. А японцы его эксплуатировали уже в 70-е. Вот. То бишь, выпускались вот такие пластинки. Это микрофон. Значит, 20 каких-то там популярных треков. Вот. И ты мог спокойненько подключить микрофон, если позволяла аппаратура. Вот. И уже в 70-е годы активно использовали караоке. Естественно, все мы знаем про цветной винил, там сплаттеры и прочие, прозрачный, непрозрачный и пикчер винил. Вот. Но кроме этого выходили еще синглы, так называемые шейпы. Шейпы выглядели примерно так. Вот у меня есть один, это группа Азия. Значит, это были тоже как бы промо-пластинки, вот, с такими известными синглами, плюс это был пикчер винил, ну, обычно там пара песен, вот так вот они выглядят, то есть это пикчер винил и как бы 7-дюймовая пластинка на 45 оборотах, вот. Но выходили они в основном ограниченным тиражом. Самый такой, наверное, известный шейп, это шейп группе Rolling Stones, где вот ну где именно этот Rolling Stones-овский вот этот вот их личный лейбл, когда вот этот вот с языком, вот. Например, был шейп, вернее, не был, да, 82 года у группы Тота. Вообще мне нравится только одна единственная песня у этой группы. Вот. По-моему, в 82 году, да, он вышел. Вот. И Shape, так и был, моя любимая песня группы Toto Africa. И вот он выходил именно такой. Он выходил в форме вот африканского континента. С одной стороны была Африка, со второй стороны, не помню, по-моему, Розан. Вот. Двусторонний. Вот. Сейчас он продается, но стоит тоже недешево. Где-то, наверное, ну, от наверное, 65 долларов, наверное, дешевле его не возьмешь. Так, кроме этого, шейпы бывают вот такого интересного вида. Вот, у меня есть такая классная пластиночка Софи Марсо. Вот, если вот так вот посмотреть на нее, да, то кажется, что это 10-дюймовая пластинка. Вот. Ну, по размеру он точно такой же, да, конверт 10-дюймовый. Дюймовки, но внутри там совершенно что-то другое. Внутри там вот такая вот классная штучка. Вот на самом деле, да, вот это уже не пикчер винил, на самом деле вот это уже полноценный виниловый диск, но вот такой формы интересный. Здесь два сингла. Вот, записанная, по-моему, тоже на 45 оборотах, да. Ну, такая, в общем, интересная штучка. Вот, но это тоже считается шейпом. Теперь поговорим о весе пластинки. Стандартная 12-дюймовая пластинка весит обычно 120 грамм. Ну, это стандарт. Плюс-минус 5 граммов.
Тяжелый винил, так называемый, heavy винил, 180-граммовый, стал использоваться гораздо позже. Ну, сейчас это самое распространенное. Современные пластинки, они выходят в основном 180-граммовые. Дает и какой-то плюс, ну, наверное, только то, что пластинка меньше подвержена искривлению. То есть, естественно, что если пластинка, если она тонкая, то она больше кривится. Вот. Но первый, кто стал использовать тяжелый винил, это была группа, лейбл MFSL, да, который стал выпускать именно вот эту вот серию оригинал Master Recording. Вот это альбом у меня, по-моему, переиздание 83-го года. Alan Parsons. Вот здесь уже использовался 180-граммовый винил. Вот здесь даже, здесь он, по-моему, около 190 граммов. Вот, то есть MFSL стал печатать тяжелый винил уже в начале 80-х годов, как только они запустили свой проект. Вот. Ну, естественно, сейчас. Самый тяжелый винил, который я встречал, это 200-граммовый. Вот. Винил, в основном это, как считается, аудиофильские серии. Выходила серия LP100 в Японии, там как бы они в 2007 году. И эта серия как бы обзорная была, и там было все. Там и попсовые, и как бы роковые, скажем, там, не помню, по-моему, Kiss, там, да, Kiss выходил. Тут же там, скажем, какой-нибудь там Святослав Рихтер, да, тут же группа Абба, да, но это 2007 год, выпустили они, по-моему, должны были выпустить 100, выпустили, по-моему, 75 разных альбомов, вот они были 200-граммовые. И еще, по-моему, какая-то классика есть 200-граммовая, да, но это как бы аудиофильские издания, как бы вот, ну, не знаю. И если плюс там 200-граммовым, я думаю, наверное, чтобы как-то выделиться. Если взять середину 80-х годов, где-то с 85-го года по 86-й, 87-й, там, ну, в смысле и далее, да, к 90-м годам, особенно в эти годы, если вы возьмете винил, особенно который издавался огромными тиражами, вот вы поймете, да, когда вы берете, он очень легкий. 87-й год, 86-й год. Там, скажем, вот есть у меня Donna Summer 80, по-моему, 86-го года. Вот он настолько легкий, да, я его взвешивал, он весит чуть больше 100 грамм. Это обуславливалось экономией. То есть тиражи стали печататься огромные. Вот, значит, уже наседал CD, наступал так на пятки сзади, да, и приходилось выпускать, аппаратура виниловая стала удешевляться, стала очень простой, да, и пришлось ради удешевления тиражи выпускать огромные, ну и, скажем, там на тираж, скажем, на 300 тысяч, когда ты там, ну, 20 граммов, это уже был приличный выигрыш. То есть, ну, это уже из-за экономии. В последнее время я встречал, ну, у меня таких пластинок нет, ну, вживую я тоже не видел, но к пластинкам, скажем, прозрачным и цветным добавились еще такие пластинки, где внутри самой пластинки виниловой есть жидкость. То есть ее когда там это крутишь, внутри жидкость. Есть, значит, такой форм-фактор пластинок, и даже есть пластинка, внутри которой находятся LED-лампочки. Не знаю, как это сделано, вот, ну, видел только на фотографиях. Но очень интересно, значит, пластинка, которая внутри мигает лампочками. Ну, вот. Есть даже и такое. Очень Еще. интересное явление было разработано в начале 80-х годов. Вот, по-английски оно называется etched. По-русски обычно это называют как лазерная насечка. Вот первые, кто стал использовать
эту лазерную насечку в лейбл A&M. Вот. Но у меня пластинка, группа Split Ends, вот, называется True Colors. Значит, пластинка выходила просто невероятно огромными тиражами. Вот. Почему-то она была еще в разных расцветках. То есть, вот, допустим, у меня пурпурная, они есть желтые, они есть зеленые, они есть красные, они есть синие. Вот. Самая главная фишка, значит, этого альбома, вот, то, что он с лазерной насечкой. Как это сделано, да, вот это именно лазерная голограмма, да, я не знаю, если честно, да, для меня это загадка. Я пытался там найти, как это технологически делается, не знаю, честно, не нашел. Вот если бы кто-нибудь рассказал, я бы сказал бы ему спасибо. Вот, у меня издание вроде как бы японское, вот, но на самом деле эту пластинку печатали не в Японии. Вот, она, эта пластинка, неважно было, как, какое издание для какой страны, да, оно печаталось где-то на одном заводе. В Японии эта пластинка выходила, эта пластинка, по-моему, 80-го года, записана была в 79-м. Она, японское издание было как бы для аудиофилов, оно было обычное, без вот этой лазерной насечки, вот оно было напечатано в Японии. То есть там такое как бы аудиофильское издание. Ну, если честно, это New Wave, какой-то австралийский New Wave. Ну, так скажем, фигня. Вот, но из пластинок с лазерной насечкой, наверное, это самое красивое. Значит, в том же, по-моему, нет, в 81 году было издание группы Styx, не помню, как там называть, что там с театром связано. Вот там тоже использовалась лазерная насечка. Значит, потом более позднее издание встречал, выходил саундтрек Супермену, по-моему, ко второму. Там тоже красивая штука, там действительно эти, на пластинке эти значки суперменовские, вот эти вот голографические. Вот. Издание сингл, хит-сингл 88 года у Iron Maiden. Я не помню, как он называется. Там он какой-то тур. Тур 88 года был как раз там. И там, по-моему, всего три песни. И вот пластинка тоже идет с лазерной насечкой. Вот, но она очень дорогая. Японское издание сейчас самое дешевое, по-моему, $160 стоит без доставки. Вот, и как-то так бы хотелось бы, ну, не знаю. Это, по-моему, очень дорого для сингла. Ну, или надо быть фанатом группы Iron Maiden таким, да, и собирать все, что там только возможно. Ну, еще могу сказать, что было одно очень интересное издание недавнее. Это саундтрек Star Wars. Там тоже используется вот эта лазерная насечка или голография. Там оно совершенно вообще там выглядит. То есть, когда ставишь при определенном освещении, там это как бы появляются голографические эти самые модели этих кораблей. Тоже очень интересная пластинка, но вживую я ее не видел. Еще к речевым пластинкам можно отнести, есть пластинки, выходит полностью интервью. Скажем, это может быть просто, скажем, сингл. Я не помню, по-моему, была пластинка, выходила она, по-моему, даже Picture Vinyl, там Мерлин Монро, и там просто идет полностью там этот интервью с ней. Или, например, не помню, врать не буду, по-моему, у Iron Maiden есть тоже какое-то издание, когда выходит пластинка, а к нему маленький сингл, вот, и там полностью какое-то интервью. То есть интервью тоже выходило на виниле. Следующий вариант — это пластинки промо, которые выходили не для продажи. Вот. Но их очень легко определить, скажем, там вот у японцев очень легко определяется по вот такому красненькому лыбаку. Вот. То есть понятно, что эта пластинка
выходила там как бы для промоушена, для радиостанций, в магазинах ее использовали, то есть чтобы было понятно, вот, чтобы можно было прослушать. Вот, они встречаются реже, чем обычные издания, поэтому всегда промо-пластинки, они стоят обычно дороже. Вот, если, скажем, тот же альбом взять, который выходил просто, вот, то альбом промо будет стоить дороже. Вот, есть еще другой вариант промо, это, скажем, вот такое. Это нельзя назвать ни синглом, ни полноценным альбомом. Это, скажем, когда была Экспо в Германии, в Берлине проходила, то есть группе Kraftwerk заказали музыку именно для этой экспозиции, да? Экспо 2000. То есть назвать его альбомом нельзя, но вот он выходил в таком виде на виниле и на CD. Вот. Но я являюсь поклонником группы Kraftwerk, и поэтому я стараюсь собрать все, что у них есть. Ну и погнали далее. Кроме всего, бывают так называемые компиляции, или, скажем так, сборники. Сборники какого-то определенного артиста, ну, например, чаще всего называется The Best Of, ну, для примера, The Best Of Alan Parsons, ну, лучшие, значит, произведения. Сборник каких-то последние там годов 78, 79, 81, вот. Кроме этого, бывают сборники на различных исполнителей. Они так и называются. Various artists. То есть различные исполнители. Ну, вот, скажем, какие-то модные исполнители на определенное время. Там, ну, скажем, вот это вот 81 год. Что было тогда модно, вот, тогда все это, в принципе, собрано здесь. Так. Далее бывают сборники по определенному жанру. Ну вот, например, вот это сборник диска. Вот. Лучшие произведения 83-го года, ну, по мнению, скажем, Guns International. Ну, что такое? Хороший сборничек дискотечный. Так, еще один сборник. Но это уже сборник рока. Под изданием журнала «Браво». То есть раньше журнал «Браво» печатал, ну, как бы лучшие исполнители, вот, ну и вместе с издателями издавались вот такие вот сборники. Ну вот это вот роковое издание, здесь три пластинки. Бывает, что сборники выпускают лейблы. Вот, например, сборник лейбла AFM Records 20 лет Metal Addiction. Но AFM Records это металлический лейбл. Это сборник к юбилею, к 20-летию самого лейбла. Значит, ну и, наверное, последнее, насколько я вспомнил, да, бывают ограниченные тиражи. То есть это сейчас, в принципе, это встречается очень часто. То есть выпускается тираж, скажем, да, вот на черном виниле, вот. И сразу же выходит там на каком-нибудь цветном, там какой-нибудь прозрачный, красный, вот. И на прозрачном, там, скажем, там красном или цветном виниле их обычно выпускается меньше. И как следствие цена обычно на эти издания дороже. Вот. Ну, чаще, конечно, бывает по-другому. Вот. Бывает, что выпускается вообще ограниченная серия. Вот. Ну, скажем, тысячи экземпляров. А в последнее время, вот уже в 21 веке, ограничиваются 500 экземплярами.
Вот. Но это бывает по-разному. Некоторые серьезные там издатели, они делают, ну, такие хорошие отдельные там издания, то есть там совершенно по-другому. Там добавление каких-то там примочек, каких-то буклетов, еще дополнительно там какой-то информации, какие-нибудь штучки, какие-нибудь мерчи туда вставлять. Она может оформление совершенно отличаться, а не только что там напечатать там. Ну, обычное ограничение бывает. На конверте пишется, скажем, вот здесь вот 500 копий only. То есть издание всего 500 экземпляров. Вот. Но бывает еще точнее, скажем, вот это же издание. Здесь написано сразу Limited Edition Black Vinyl. Limited to 500 units. Ну, то есть лимитировано 500 копиями, да. И обязательно еще написан номер. То есть это так называемая numbered винил. То есть еще когда обязательно пишется. Значит, вот скажем, здесь у меня написано 16 из 500. Из 500. Ну вот на этом, пожалуй, все, что я вспомнил. Надеюсь, что вам было интересно. Вот, может быть, и мы дополним, если что-то вспомним, или вы мне подскажете. Вот, и тогда снимем какое-нибудь дополнение. Ну, всем пока. Надеюсь, было интересно.